Славянский район – один из лидеров по развитию физической культуры и спорта в регионе. Наши спортсмены неоднократно подтверждали этот высокий статус своими победами в международных и всероссийских соревнованиях. И они продолжают это делать, прославляя свою малую родину. Глава района Роман Синеговский встретился с чемпионкой первенства Европы по боксу Кариной Коробовой. На приеме также присутствовали председатель районного совета Григорий Литовко, президент Федерации бокса Славянского района Виталий Прытков, член президиума Федерации бокса Максим Панов, руководитель предприятия «Сад-гигант» Магомед Мальсагов. Первенство Европы проходило в Ереване. Карина выступала в весовой категории до 50 килограммов. Она провела 3 боя и в каждом одержала победу. Но перерыв на отдых был у спортсменки небольшой. Впереди у Карины серьезные старты, к которым она сейчас напряженно готовится. Мне очень приятно, что глава Славянского района интересуется моими спортивными достижениями. Я член сборной страны по боксу. На предстоящих соревнованиях выполнила норматив мастер спорта международного класса среди юниорок 17-18 лет в весовой категории до 50 килограмм, которые проходили в Армении, город Ереван. Это большая работа не только моя, но и моего тренера Александра Владимировича Водопьянова. Мы с ним долго к этому шли для выполнения этого норматива, для таких побед. Вложено очень много работы, сил, труда. Я стараюсь добиваться таких больших результатов, прославляя Славянский район. Боксом Карина занимается около 6 лет, 3 из которых под руководством тренера Александра Водопьянова. Благодаря именно Славянской школе бокса девушке удалось достичь больших высот в этом виде спорта. Карина – неоднократный победитель первенства России, Южно-федерального округа и Европы. В скором времени она перейдет в другую возрастную категорию и будет выступать в чемпионате России среди женщин, что даст новые возможности для развития. Участники встречи еще раз поблагодарили Карину и ее тренера за такие высокие результаты и пожелали новых побед и достижений, где главной должна стать олимпийская медаль. А руководство района и бизнес и дальше будут помогать нашим спортсменам двигаться к поставленным целям. Хочу сказать спасибо, вот раз мы уже здесь все собрались, нашим коллегам, нашему бизнесу, нашим предприятиям, которые нас поддерживают вот, и продвигают в целом спорт Славянского района. А все же, как мы говорим, знаешь, мелочей не бывает в жизни. Материальная база – это материальная база, а ваш непосредственный труд, желание, характер, желание побеждать и вот умение, навыки и мудрость тренера – это, наверное, основа основ, как ни крути. Но все равно все покрутится, правильно? Да. Пожелаем Карине и ее тренеру добиться всех поставленных целей. Пусть они смело идут к победе, а земляки, если надо, помогут и поддержат на этом нелегком пути. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».